Приветствую всех любителей рыбной ловли. Обидевшись на свое место из-за того, что 3 раза я туда ходил и практически походил полностью с нулями, решил перебраться на другой участок реки Луза, чтобы попробовать половить рыбу на закидушке. Но конкретно рыбу нацелено, конечно же, на налима. Уже практически дошел на место, сейчас вот повернусь, будет видно реку. Место называется 8-й. Не знаю, откуда идет километраж, но 8-й километр от моста, наверное, от железнодорожного считают, или от рейды. Здесь попробую поставить закидушечки и переночевать ночку здесь, попробовать половить рыбу. Возможно, Андрюха Сухов сегодня подтянется, не знаю. Думает еще пока в раздумках. Подальше, конечно, находится место от дома, но идти туда, на свою точку, где я обычно ловлю, уже не хочется после некоторых обломов. Попробуем половить здесь. Вот здесь удача улыбнется. Мы все это увидим за сегодняшнюю ночь. Ну что ж, снасть я установил. Не стал занимать время эфирное процессом этим. Тем более дует ветер. Пришлось бы все равно там накладывать музыку, там выбирать. Я думаю, поснимаю сегодня еще что-нибудь, даже если не будет поклевок. Ну, конечно, надежды на поклевки есть всегда. В этом месте еще есть одна беда. Несмотря на то, что вроде и лесу много, но сухих дров очень мало. И вот проблематично добывать их. Вот маленько пособирал, не знаю, может, Андрюха придет, поможет. Вдвоем-то легче пособирать дров. Но если не придет, то придется мучиться одному. Но все-таки думаю, что он все-таки придет. Здесь у него тоже сейчас желание рыбачить большое. Ну, поднадостал маленько дровишек. Думаю, ночью не замерзнем. Без дров-то все равно нехорошо. Да и по... Место довольно перспективное, и в свои годы ранее частенько сюда заезжал, здесь рыбу ловил. Но сейчас как-то это место подзабылось. Но сейчас проверим. Раньше рыба ловилась такая, как налим. Летом частенько бывали с удочками, с донками, тоже с фидерами. Тогда еще не было такого названия, как фидер. Проверим, как сейчас будет рыба клевать. Ловлю налима, а тут голавль. Вот это чудеса. Неплохой голавль, в принципе. Ну а что нам, какая разница, что ловить? Главное, рыба. Но я приятно удивлен. Заглотил глубоко. Позарился все-таки на пучок-то червей. Ну что ж, мы и такой рыбке будем рады. Лишь бы что-то клевало. А голавлик это или нет, нам без разницы. Ну что тут добавить, друзья мои. Посмотрите, какой хороший голавлик. Ну грамм 300-400, неважно, там не совсем такой гигант. Но вполне подходящий размер. И дал мне массу адреналина. После уже забыл, как толком на закидушке рыба достается. И тут... Пока проверял закидушки, остальные услышал звон, увидели, я побежал проверять, и вот порадовал вот такой вот головленок. Но я, конечно, думал, что это налим, но все-таки. Лучше был бы налим, но мы любой рыбе рады, лишь бы что-то клевало. Вот видите, дождики опять периодически пробиваются. Это не совсем радует, но все-таки. А, чтобы рыба клевала. Сейчас он выезжает из дома Андрюха Сухов, пойду его встречать. Вдвоем веселее ночь коротать. И... Вам, может быть, ну вы его знаете уже прекрасно, кто смотрит «Блин, рыбалкой», наверняка запомнили это лицо. Что-то рановато я вышел, сейчас в Андрюхе звонил, он сейчас только в Лузе, но полчаса придется где-то здесь торчать ждать. Я уже думал, он подъезжает, что он медленно собирается. Ладно, посидим, подождем. Покурим, посмотрим на природу с высока. И как раз на гору выбрался.
Это основная дорога, по которой я добираюсь до этого места. Но, как видите, она полностью затоплена. Вода большая. Приходится обходить в обход. Вот где-то 1,5 км, наверное, сейчас я прошел. А тут идти-то 200 метров, оказывается, до точки всего. Там за сосенками стоят мои закидушки. Сейчас Андрюшку подождем и пойдем туда-обратно. Наконец-то! Все, потом. Вот такие у нас пироги попадаются. Попадаются в основном деревянные рыбы. Течение сильное в этом месте, и добиваться травы много. Вот надо ходить каждые часа 2-1,5 проверяться, чтобы траву всю убирать. Все накосим, но... Ну что ж, один раз мы сейчас уже ночью проверились. Времени ходили где-то в 10:30, вышли проверяться. Была одна такая непонятная поклевка, но обиден был червяк. И, может, небольшая рыба была. Поначалу что-то тянул. Пару метров, и все сошло. Мы это заметили, еще когда ходили, просто так гуляли по берегу, вот вечером, чем раз светло было. Ну, закидушка вела себя не совсем адекватно, видела, что дергалась маленько. Видимо, какая-то небольшая рыбеха там зацепилась. Но не совсем хорошо. Мы сейчас ходили, проверяли. Почти полностью был крючок обеден. Ну, может быть, что-то ночью попадется. Посидим, подождем, посмотрим. Съемку. Что-то так же подсадить маленько и все. Если тебя объели там. Да, это не. Ну что ж, вот и подходит к концу очередная наша рыбалка. Хорошего в ней мало. Если говорить честно, то вообще ничего хорошего в ней нет. Поймал, конечно, одного головля. Но это тоже далеко не наилучший результат. На лиме я не знаю, что в этом году с налимом. Вот. Многие слышат, что как-то он ведет себя в этом году не очень хорошо. Практически нигде не попадается. Не знаю, что с ним такое, но факт остается фактом. Уже сменил точку ловли, но видите, как вы видите, уже на другое место ловлю. Ничего в принципе не меняется. Как было все очень плохо, так оно все очень плохо и есть. Ну ладно. Рыбалка, она и в Африке рыбалка. Когда-то удача улыбается, а когда-то нет.
там поузнавай, где этот ходит. Ага. Где он ходит? Где-то здесь ходит.